Понедельник, 12 сентября, в детских садах номер 121 и 130 открылись дополнительные группы. Каждая группа рассчитана на 25 человек. Почетными гостями открытия групп стали начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Виталий Еремкин и министр образования Ольга Щетинкина. Сегодня в городе Рязани открываются две новые группы в действующих детских садах. И это очень важно, потому что потребность в местах детские сады в городе сохраняется. Особенно эти места нужны для детей раннего возраста, то есть до 3 лет. Поэтому правительство области приняло решение продолжить реализацию программы открытия дополнительных групп в детских садах и в школах. Но это школа касается в основном сельской местности, для того, чтобы удовлетворить потребность. В этом году в городе Рязани открываются в нескольких детских садах новые группы. Но и обычно у нас сентябрь – это время начала нового учебного года. И к этому времени всегда происходят большие события, связанные с детством. Значит, со школьным детством открываются новые школы, открываются новые детские сады и открываются новые группы. Поэтому я хотела бы от всей души, от имени правительства области поздравить вас вот с этим событием в вашем детском саду. Потому что дошкольное детство, оно самое яркое и радостное. И мы с вами все переживаем за то, чтобы у наших детей, значит, это детство прошло удобно, комфортно, чтобы их окружали любящие воспитатели, чтобы вам, уважаемые родители, было кому обратиться с теми вопросами, с которыми вы сталкиваетесь по мере взросления ваших детей. Я надеюсь, что в лице педагогического коллектива детского сада вы найдете себе надежных помощников. Потому что в этом детском саду работают хорошие специалисты, люди с открытой душой и сердцем, которые действительно не работают, а просто живут в детском саду. Потому что просто так ходить на работу в детское учреждение нельзя. Сюда можно приходить только с любящим сердцем. Поэтому я поздравляю всех нас вместе с открытием новой дошкольной группы.